Першую сольную программу представить гэтыми днями вокальный ансамбль «Веселуха Нью» Могилевской областной филармонии. У программе плануется и выступление сябру ансамблю артистов белорусской эстрады, як идея репетиция назирал Сергей Пеклин. Гісторыя ансамбля «Веселуха» пачалася амаль 30 год таму. Спачатку гэта быў сямейны дуэт фраловых, потым сямейны ансамбль. Галоўнай мэтай было ствараць настрой праз народныя песні. У 2016 годзе склад калектыва змяніўся, але традыцыі засталіся. Мы остались народным коллективом, но это уже идет стилизация народной песни. Что такое стилизация? Это более современная версия тех старых народных произведений, которые и пели, в принципе, люди раньше, но сейчас немножко по-другому, немножко другая аранжировка, концепция, но это все те же белорусские песни. Коллектив не раз выступал на разных пляцовках, сценах и перед разной аудиторией, але для молодого складу это первая великая сольная программа. Он отличается, наверное, более таким световым оснащением, так как по приезду в агрогородки, села, мы не можем с собой привезти все то, что необходимо, чтобы такое произвести впечатление более яркое. Хотя концерт будет не менее интересный. Но какие-то музыкальные такие моменты новые, так как это будут живые инструменты. Здивить следача артисты планируют и хореографии, откажут на питание, який он соправдный белорус и не только на гэтае. Будем пускать такие очень красивые наши главные национальные орнаменты. А уже каким образом мы это будем делать? Мы предлагаем каждому из вас прийти и увидеть. Я думаю, что вы останетесь под впечатлением, потому что лично в нашем городе еще такого не было. Гэты концерт планаваўся адбыцца яшчэ ў красавіку, але ў сувязі з ковідам выступленне перанеслі. І вось цяпер у кастрычніку яго абяцаюць правесці з выкананнем усіх санітарна-эпідэміялагічных патрабаванняў. Во-первых, это маски во время концерта, потом это рассадка. Мы соблюдаем через место, через ряд такое. И антисептики, как всегда, обрабатывание рук у входа будет. И, конечно, хорошее настроение наших артистов поможет тоже в этом. Отбудется концерт 22 кастрычника у концертной зале Могилёў. Сергей Пеклин, Александр Тарасов, новини региона. We'll be right back.